Привет, дорогие друзья! Программа Party Time продолжает открывать новые вкусы вместе с рестораном Монтана. Сегодня мы находимся на дегустации черного итальянского трюфеля и наслаждаемся приятной атмосферой вечера. Валерио, добрый вечер. Мы сегодня приехали в Монтану, чтобы продегустировать итальянские черные трюфели. Расскажите, пожалуйста, какие блюда вы сегодня будете представлять с этим ингредиентом? Buonasera, innanzitutto. Sono Valerio, lo chef del ristorante Montana. Questa sera abbiamo il piacere di presentare alcuni tra i piatti più famosi della cucina italiana. Questa sera presentiamo uno dei piatti principali delle portate invernali, che è il tartufo. Il tartufo è un prodotto molto pregiato, riconosciuto in tutto il mondo. Il tartufo viene abbinato principalmente con piatti a base di carne, uova, formaggio e pasta. Pasta, la miglior modo di mangiare la pasta, come sempre in Italia e come decorrenza anche oggi qua. Я знаю, что трюфели обладают многими полезными свойствами. Расскажите, пожалуйста, об этом. Allora, le trufile hanno origine, innanzitutto hanno origine molto lontane. In Italia c'è la tradizione di andare per trufile di notte, sia bianche che nere. Si segue un percorso ben definito, si allevano dei cani, specialmente i cani sono singolarmente cani da caccia, i setter sono specializzati nella ricerca, diciamo, di questo prezioso prodotto riconosciuto in tutto il mondo. La trufila, come il mio nonno, grand'uomo, mi ha insegnato, perché io da piccolino andavo alla ricerca di trufile con il mio nonno. Всегда общаюсь с ведущим вечера, и он меня посвящает в самые интересные подробности вечеринки. Что сегодня в Монтане интересного нас ждет? Вечер, посвященный черному итальянскому трюфелю. Вот, много гостей, но пригласили самых близких, самых дорогих гостей, вот, товарищей, которые должны по достоинству оценить вот этот деликатес, который, ну, реально, вот, по словам, по той информации, если верить интернету, является одним из самых дорогих деликатесов вообще во всем мире. Итак, мы сегодня дегустируем блюдо с трюфелем. Еще мы смотрим на картины, вернее, на фотографии Димы Воробья. Да, Дима Воробей, ну, я думаю, знакомый для многих. Человек, да, который вот все фоторепортажи выкладывает после вечеринок вот в ресторанах сети «Синдикат вкуса». Вот он сегодня нам помог создать такую итальянскую неповторимую атмосферу в зале. Он развесил свои фотоработы. Для меня это тоже было новое, что Дима путешествует со своими фоторужьями. Вот. И там у него сегодня ориентировочно около 15 картин висит. Я думаю, вы уже обратили внимание. Даже не картины, это вот такие фотопейзажи итальянской местности. Там есть и Альпы, есть и Рим. Ну, как бы интересно, я думаю, там сделайте небольшой сюжет. А мы с ним сегодня проведем такой некий экскурс, пообщаемся с гостями, узнают ли они эти все пейзажи. Думаю, что многие знакомы пейзажи, некоторые будем выяснять. Дима, я хочу поздравить тебя с твоей первой большой персональной выставкой в ресторане Монтана. Фотографии очень красивые, я прям захотела, я уже мысленно в Италии. Расскажи, пожалуйста, в каких именно частях Италии ты побывал и что тебя вдохновило больше всего? Тоже рад тебя видеть, Оля, спасибо за поздравления. И действительно, уже третий год езжу в Италию, то есть не просто так, потому что она страна сказок, истории и вообще всего художественного зарождения. И побывал я, ну, от начала центральной части до северной, то есть Тоскана, Лигурия, Рим, Флоренция
Пиза, потом вот, и итальянские Альпы, Доломиты. То, что я вижу там, я еще пока не видел нигде. Сегодня в Монтане мы дегустируем итальянский черный трюфель. Как вам по вкусу, по нраву черные трюфели? Вкус, так скажем, интересный. Я не первый раз пробую трюфель, но, тем не менее, сочетание гаспачо очень-очень вкусное было, на самом деле. В дальнейшем какие блюда с участием, скажем так, трюфеля вы будете пробовать в Монтане? Ну, очень много. Я посмотрел меню очень большое из трюфеля. В принципе, можно попробовать все. Что интересно больше всего? Там пасту я видел, паста интересная. У меня сегодня к вам вопрос, как к большому профессионалу. С какими алкогольными напитками лучше всего сочетается черный трюфель? Великолепнейший деликатес, один из самых дорогих грибов в мире. И, соответственно, алкоголь к нему надо подбирать тоже один из самых дорогих и самых изысканных. У нас сегодня итальянский трюфель, поэтому я бы рекомендовала все-таки итальянские вина. Очень плотные и очень насыщенные. Такие, например, как Бароло, Барбареско. Или же супертосканские. Я знаю, что сегодня вы еще представляете очень дорогой, изысканный французский замковый коньяк. Несколько слов об этом. Сегодня мы нашим гостям предлагаем в качестве угощения французский коньяк Шато де Монтифо. Это замковый коньяк и, опять-таки, изысканный коньяк и изысканные угощения от нашего шеф-повара.